Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые дачники, садоводы и любители гортензии. Это питомник-гортензия.рф. С вами Андрей Малышев и Антон Панин. Сегодня у нас 13 апреля. Открытие выставки Фазенда в парке Сокольники. Замечательный день, замечательное утро. Погода отличная. Никакого дождя даже не намечается, хоть и пасмурно. Хочу показать вам замечательную нашу выставку, показать, где она находится. Находится она у нас возле кафе «Сирень» в шатре. Проходить она у нас будет... Вот, кстати, вербная выставка будет с 9 по 14 апреля. Еще идет. Вот. И вот она, наша выставка Фазенда. Вот центральный вход в парке Сокольники. И вот она, выставка Фазенда. Фазенда будет проходить с 13 по 17 апреля. Парк Сокольники. Мобильный павильон «Сирень». Это возле кафе «Сирень». Вот. И сейчас я немного прогуляюсь через парк и покажу, где у нас будет проходить выставка. Вот мы зашли в центральный вход и немножко отправляемся левее. Вот. Вот. И можно здесь прогуляться, допустим, через такую интересную арку пройтись. Вот. Здесь вот такие вот планеты разбросаны. Смотрите, снег еще местами лежит. Конечно же, но в Москве, конечно, снег тает намного интенсивнее, чем в области. Но все же весна намечается совсем скоро. Вот. В принципе, вот написано, видите, Вокер. Бокер по-английски. Это как раз за ним находится сам шатер. О, там вдалеке уже его видно. Сейчас я постараюсь подойти немного поближе. Ну и, конечно же, показать наш шатер «Сирень». Вот. Здесь вот в Сокольниках проходят, как говорится, танцульки. Вечерние, выходные. Здесь вот такая вот беседочка, арочка. Вот, вот он, Бокер. Вот наша планета Земля. Вот такая вот Луна. Вот посмотрите, какие красивые горные сосны среди камней. Такие вот мугусы, возможно. Ну вот она, конечно же, такая вот лунная поверхность. Вот, и мы ее проходим. То есть, по сути, мы, вот он, центральный вход в парк Сокольники. Вот чуть-чуть мы левее, видите, пошли. И вот по таким кривым дорожечкам, ну, конечно, можно просто по центральной аллее пройтись. Вы попадаете вот, вот он, павильон, то есть сам шатер «Сирень» наш. Здесь вот сам кафе «Сирень», вот он прям рядышком. Так, время сейчас у нас 8:36, 1 градус положительный, плюс. Ну, в принципе, погода такая хорошая, благоприятная, как бы я сказал. Вот, и смотрите, вот он, наш шатер «Сирень», кафе «Сирень». По сути-то идти недалеко. И совсем рядышком. Вот он, кафе «Сирень». И вот она, выставка, ярмарка. Вот, прогулялся я буквально 4 минуты, не спеша. И вот мы здесь. Наш стенд B1.